Каспийской гимназии номер 16 состоялся урок мужества с участием председателя правительства Республики Дагестан Абдумуслимом Абдумуслимовым. Отметим, что посвящен урок был 25-летию со дня разгрома международных бандформирований, вторгшихся на территорию Дагестана. В ходе беседы премьер-министр призвал детей с уважением относиться друг к другу. Уважайте, любите тех, кто рядом с вами сидят за одним столом. Ну, я убежденный взрослый человек, у меня 9 внуков. Из них, по-моему, 7 сегодня в школу пошли, 2 остались, да? И я каждому из них говорю, чтобы они очень уважительно относились к тем, кто его воспитывает, кто ему преподает. Поэтому это самое главное. Это первый вопрос. Кроме того, председатель правительства отметил важность воспитания в детях патриотизма и любви к родине, а также поручил педагогам уделять еще больше внимания вопросам духовно-нравственного развития детей. У вас, у нынешнего подрастающего поколения, хотя вы живете в самое непростое время, есть с кого брать пример. Есть с кого брать пример. У нас с Дагестана больше всех, чем из любого субъекта Российской Федерации, сегодня ребят защищают родину. Я 2 раза был в командировке, в 22-м году, в 23-м году, был на передовой. Вот за время Эдуардовна, мой советник, она была рядом со мной. И 3 километра от того места, где мы были, в городе Лисичанске, в завершении встречи Абдумуслимов поздравил всех школьников с новым учебным годом и попросил с аккуратностью относиться ко всем благам, которые им предоставила школа.